какая-то сегодня выставка каких-то арабских стран. Сейчас идем. Или фестиваль, или выставка. Сейчас туда идем. Так как дней-то всего 11. Ну расскажите два слова, что это будет за новый проспект у нас? Гагарина? У нас будет новый жилой комплекс премиум класса. Очень находится интересно. На юго-западе Москвы, недалеко от площади Гагарина. Также бескучный сеанс пешей доступности 200 минут пешком. В каком году будет? Весь комплекс будет реализован в 22-м году. Сейчас мы строим первую башню, в первую очередь. Это вот это. Будет дана в 4-м квартале 2019 года. Нормально, у меня как раз. Очень интересно. Предусмотрен даже небольшой бизнес-центр, кто хочет жить и работать рядом с домом. Баскетбольная площадочка. Велодорожка. Вообще. Новый манеж. Неделя саудовской культуры в России. Со 2 по 8 октября. Вот свободный. Положи в себя. Скажи, я? Давай. Задумчивая. Ну хорошо, хорошо. Только при одном условии. Если ты в эти четкие сейчас голову засунешь. С другой стороны, стань, я одну маленькую видеосъемку, ты четко запутался. То есть четкие, как у меня, только арабские. У меня тибетские четкие, а у них арабские. Но у меня больше, у меня 108, в арабских 33. Ты не поймешь, пап? Нет. Придется научиться, что делать. Он говорит, ты дашь фантастик, детка. Угу. Пошли, сильно не теряйся, а то они сейчас сели. Да, я быстро. На. Такие вышивки на платье женские.
и они все отличаются друг от друга. Вот это типичный нацинский аромат, скажем. Там просто можно фотографии сделать. А чё так мало? Просто бетон. Металл, бетон и проволока. Я вот когда сварщиком работал на заводе, вот я тоже такой ерундой страдал, сказать по-честному. Просто бетон. Бетон, металл, провод. Сложно понять их культуру, но все, что мы увидели, я вам показал. Так что судить вам. Вот это вообще на грузина похож. Марля. И еще внутри какие-то ветки. Или провода, или ветки. Такая картина. Накуренная, я бы сказал. Так что расскажи, что тебе заснять нужно. О, наконец-то то, что я просил.
Ничего не нужно снимать. Пускай это останется лишь только в моей памяти. Сейчас мы оказались на верхушке этого здания. Это надстройка маленькая, из которой видно всю Джетту. От края до края. Даже море там в 10 минутах хоть бы от этого здания. 15 метров. Инопланетяне. Опять инопланетяне в городе. А это частный сектор? Видимо, да. Сейчас мы отправляемся к Джетту. 5000 лет этому городу. Вы, конечно, не все увидите, но я вам попытаюсь рассказать. Это знаменитый дом Назифа. Назиф был одной из основных политических фигур, который сумел урегулировать много противоречий в политике начала первой четверти 20 века и объединить Саудовскую Аравию как единое государство и урегулировать очень многие сложности того момента политические. Сначала это был дом королевской семьи Назиф непосредственно, затем он из этого дома сделал, скажем так, место встречи всех дипломатов и ключевых политических фигур. No, this is not only, this is only the old Jeddah. Old Jeddah, I got it. This is not all Jeddah. This is not all. This is a part. This part, of course. This part. I see that. 8 миллионов жителей живет на нынешнем. 6-8. И 2 из них миллиона иностранцев. Иностранцев, да. Ну, пожалуй, на этом мы закончим. Теперь идет угощение. Печеная картошечка. Это баранина. Ну, поближе. Yeah. Ну, давай семгу тоже с этими, с баклажанчиками. А, это даже лосось. Лосось с баклажанчиками. Все, поехали дальше. Тут не написано, что упала наклейка. Курары, давай курары, курица, я думаю. Наклейка упала? Ну, не видно, да, надписи. Ау. Да нет, вроде. Тарелку побольше сделать. Саша, не стоит просто русский, сука. Ну нормально, нормально. Русские всегда любят походить. А ты думала? Ну, всего по одному? По одному? Ну, очень много получится. Да. Третью тарелку сейчас возьмем. Бери сало, короче, и ветчину. Вот это будешь? Да, по кусочку. Ну попробуй на национальную еду, конечно. Курары, курары. Давай тебе, это рыба, я не хочу рыбу. Курары. Ну, а вот это красненького не закинешь мне? Российские соленья. Вот это вот перчика красненького. Я очень чили люблю. Вот это? Да. Значит, получается, один стол это в их еда, да? Второй стол российские, да? Нет. А как? Просто. Вот одна халяльная, другая нет. А, вот это халяльная, да? Да, нет. Нет. Тут халяльная, да? Да. Уже не ел 100 лет, последний раз, когда они на Украине. Вкусные? Очень вкусные. Это на Украине их кушают постоянно. Да? Да? Мне кажется, как-то оттуда, наоборот. И так, и так. Хаотично. После трех часов хаотично. Все? Да. Теперь оладушки.
шеф Амнура. Вот так? И свежих помидоров, огурцов тоже буду благодарен. Главное, чтобы рука все это выдержала. Все, поехали. Смотри, сильно не нажимает, он перевернется в нашу сторону. Серьезно, снизу подымай. Ага. Спасибо большое. Все, теперь себе 8. Почему 8? Блин. Снизу приподнимай, ага. А то реально упадет. Снизу приподнимай, ага. Молодец. А почему мы... Так, салатика чуть-чуть. Вот этого, одна щепоточка. Ничего сверху, с краю, можешь кинуть. О, все, на картошке. Да, конечно, конечно, конечно. Вкусный соус, вкусный, да? Вкусный, потрясный. А, можно, да, соус брать в этом самом стаканчике? Один соус. Один соус, будьте добры. Очень интересный, кстати, был салат. Что-то печеное здесь, то что-то такое, как с травами. Попробуйте. Брать, да? Ягодки, короче говоря, все разобрали. Вот возьми водичку. Я поняла, но как сказано, нет. А сказано или без? Спроси, какая сгада, какая. Не знаю, тут непонятно. Я просто хочу квадратить. А? Главное, мы завидим, надо все провести. Gift from you, Saudi beds, please. Я очень хочу подарок саудовские четки. Саудовские четки. Пионер всему пример. Как доктор оживили на тормоза.